Детская мечта полетать на воздушных шарах реально. Несколько ребятишек в эти выходные в этом убедились. Для этого волонтеры надули и связали порядка 4000 воздушных шаров. Правда, оторваться от земли удалось не всем детям, а только тем, кто еще не успел набрать больше 20 килограммов. Давайте посмотрим, как это было. 3, 2, 1.